Жители Тикили просят провести им газ и воду. Газопроводу там сейчас подключены всего 50 домов. Основная часть населения все еще ждет, когда подрядные организации выполнят свои обязательства. Вместе с тем у ОМОНа города долгие годы не решается проблема чистой питьевой воды. Люди вынуждены пить воду из открытого источника. Особенно остро ситуация складывается в весенне-осенний период. Из-за дождей и горных потоков, попадающих в систему водоснабжения, вода из кранов течет мутная. Поэтому тикилийцы просят построить станцию, подающую воду из глубинных скважин. А на эти работы, по подсчетам специалистов, требуется 1,5 миллиарда тенге. Все эти проблемы назрели давно. Подрядчики по строительству газопровода судятся между собой. А с водой проблемы уже не один десяток лет. Дождемся мы решения или нет? Уже все документы по проектам из области направлены в республиканские ведомства. Мы постараемся содействовать в выделении необходимых средств для решения всех этих проблем.